Конаково на сегодняшний день всего 94 пешеходных перехода. Не так давно в связи с новыми требованиями 69 из них были оборудованы специальными знаками на желтом фоне. В декабре, по словам главного государственного инспектора по Конаковскому району Виктора Клишина, на комиссии по безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД предложат оборудовать все пешеходные переходы светофорами Т7. Именно такой сейчас устанавливается на постоянном. Устанавливают в данный момент напротив гостиницы на улице Энергетикова светофор типа Т7, то есть это пешеходный светофор, который будет предупреждать водителей о приближении к пешеходному переходу. Он будет работать в желтом мигающем режиме. По статистике, каждый четвертый наезд на пешехода совершается именно на переходах, не оборудованных светофорами. Водителям в сумеречное и ночное время сложно заметить такой пешеходный переход. А светофоры Т7 желтого цвета, по словам инспекторов ГИБДД, хорошо видны водителям и позволяют безошибочно с большого расстояния увидеть пешеходный переход и заблаговременно обеспечить безопасный скоростной режим. Работы по установке Т7 на постоянном уже ведутся. В скором времени пешеходный светофор начнет работать.